Здравствуйте. Я на просмотр, вот. Ты опоздал, парень. Что значит опоздал? Ну, мы раньше начали сегодня и вот раньше закончили, поэтому все, извини. Уже закончили? Да. А с кем мне поговорить об этом? Здесь же написано в 12 часов. Короче, вот Андрей Валерьевич. Спроси у него очень. Тебе что, парень? Я на просмотр, футбольный клуб. Просмотр уже был, ты опоздал. Как опоздал? А почему вы не сказали, что перенесли просмотр? Как ты не сказал? Я всем звонил. Сообщал родственникам. Посмотрите меня, пожалуйста. Прошу вас. Извини, парень, мне надо... место взяли, а он сидит как дурачок. Так вот, стоило мы столкнуться с первыми трудностями, как он руки опустил. Сидит, нюни развесил, а я говорю, дружок, если что-то хочешь, должен приложить к этому чуть больше усилий, чем просто выйти из дома. Хочешь, действуй. Упал, поднимайся. Больно ушибся, залезывай рану, но поднимайся, иди дальше. Если ты либо засунешь жалость себе подальше и закончишь дело, ты вернешься домой обратно. Врезай, промонтаж. Почему снова я? Давай, пошел. Он думает, что если он играет в футбол и у него Порше, то ему все можно. Что я сделала? Сказала, что хочу побыть одна. Пусть посидит, подумает. Эй, стой, урод! Помогите, он украл мою сумочку! Лучше уйти. Здесь небезопасно. Идите ко мне во двор на шаблоку. Я позвоню отцу, он вам поможет. Какой я? А, дочь, ко мне в коробку. Парни, давайте договоримся. Чего ты сказал? Договоримся? Это тебе ответка за сумочку, сука. У меня есть деньги, 200 тысяч. Чего ты сказал? Вот карта. На ней 200 тысяч, мое выходное пособие. Я скажу вам, Пин, если обыграете меня в футбол, выигрываете деньги ваши. Проигрываете, вы меня отпускаете. Какой футбол? Че ты несешь, придурок? Пин, говори. Просто у тебя очко заиграло, вот и все. Стой. Футбол хочешь сыграть? Давай сыграем. Ты один, нас двое. Проиграешь? Тебе конец. Все понял? Все понял. Успокойся, расслабься, глубокий вдох, глубокий выдох. Играем. С адреналином справься, выгони излишки через выдох. Ты сильнее их всех вместе взятых, ты смелее их всех вместе взятых. Привыкай, ты часто будешь слышать щенков лая, смех цыганский гиен. Привыкай, о тебе узнают именно когда ты оступишься. Будут провоцировать, пока с ними не зарубишься. Продышись, со временем легче станет. Верь в себя, как солнце, которое утром встанет. Как часто тебе говорили, не
это рэпер, иди к черту. Перережь своей музыке аорту. Приготовь сукно, любовь к аборту. Тебе путь заказан к этому спорту. Как часто ты боялся остаться своим среди чужих, чужим среди своих. Уверен, ты тоже не ожидал подлости от своих. Кажется, твоя броня, как аллергический чих, был френдли, стал изгоем для них. Но тебе хватает смелости. Да, алло. Ну чем занят? Потенциальных игроков просматриваем. Как он выглядит? В синей футболке? Да, видишь, давай, я спускаюсь. Если ты готов бежать, ты готов мечтать всегда. Не верь ты никому, это твой страх, твоя судьба. И знай, нужно дышать и продолжать свой путь. Страх уже не вернуть, забудь его, забудь. Почему ты запаниковал? От страха, наверное. Ты должен запомнить кое-что. Страх и паника. Две разные эмоции. Страх помогает выжить. Паника явно смерти. В какой-то момент меня окружили. Дом, девушка, диплом, щенок. Мою голову вскружили. И остановился мой рифм, останок. Еще проблемы личные подкатили. Все, наигрались. Пин, давай, блин. Ну че, ты напрыгался? Сначала. Эй, ребята. А ну оставьте парня в покое. Тебе чего, дядя? Проблем захотел? Проблемы сейчас будут у вас, потому что полицию я уже вызвал. Так что валите отсюда. Типа на понт берет. Клал я на твой красивый кнопку. Все нормально, брат. Тебя как зовут? Максим. Ты все еще хочешь попробовать себя в профессиональном спорте? А вы... Я начальник команды. Мы сейчас собираем новый футбольный клуб, и я предлагаю тебе место в команде. Вы считаете, я справлюсь? Это должен решить для себя сам. Но учти, что другого шанса у тебя может и не быть. Я согласен. Поехали.